Всем привет, с вами Ольга Бузова, и мы продолжаем выпуски Ольга Бузова Лайв. Я езжу по популярным домам ТикТока, и сегодня мы приехали в XO. Я знаю волосы, рыжие. Привет. Привет. Я увидела, что вы выходите из такси. Привет. Как зовут? Аня. Аня, очень приятно. Максим. О, мы все обнимаемся, да, Максим, очень приятно. Я куда, правильно я? Да, в том направлении, да. А вы откуда такие красивые уже? Дома. Ничего себе. Так, тоже такие красивые. Так, тогда вы идите, а я за вами, да? У меня там будет где-то парковаться? Да, да. Хорошо. Ага, все. Кайф. У нас есть навигатор. А навигатор — это участники дома XO, куда мы, собственно говоря, приехали. Давайте, поехали дальше. Тут прям все серьезно. Такие ворота. О, открываются. И посмотрите, какая погода. Просто вообще нам благоволит сегодня. Я специально одела костюм солнышко. Это кто это тут? Это Тим, как дела? Привет! Можно, да? Да, конечно. Я хочу такую же сережку. Да. Меня в Америке мне подарили. Здесь я вообще не нашел такую. У меня она уже плохая, оторвалась, я уже прикреплял. Я хочу такую. Ну что, мы найдем обязательно. Пожалуйста. Тебе пойдет? Мне пойдет. Замутим. Замутим? Да, замутим. Ну нет, давай замутим не со мной, замутим сережку. Мне тут же. Нет, сережку. Сережку-то замутим, 100%. Сима, он хочет стать очень популярным, но пока он работает парковщиком в XO. Да-да-да. Приезжай, да. Потом заплатишь. О, ой, привет. Герман. Герман, очень приятно. Ева. Евочка, привет. Ну, оставим знакомы. Привет. Привет. Как дела? Вы знакомы? Конечно. Мы вообще лучшие друзья. А, лучшие друзья? Да, вообще-то. Как правильно говорить? XO? Ну, да. А это вот новая песня, они с вас взяли название, да? С виски вообще-то. Вот это XO. С виски взяли. Виски. А, с виски. XO, если не знаешь, XO — это слово «обнимаю». Это как бы пошло уже давно, это все писали еще в «Сплетнице» в сериале, в конце писем. «Сплетница», да, я обожаю, да. Мы любим сериал. Видишь? Но в их песне это именно без XO. Но да, в их песне это виски, да. В общем, сейчас ребята все расскажут про их XO, про их дом. И я вот приехала сейчас, как я правильно сказала, в XO. Это еще один дом крутых тиктокеров, чьи видосы по-любому залетают в ваши рекомендации, потому что я уже визуально реально знаю всех. Тиму я знаю давно. Как в итоге вы сейчас организовались в такую именно компанию? Половина людей, которых мы продюсировали уже, и мы решили тикток, ну, потому что тикток развивается, решили взять тиктокеров вообще. Кто у вас тут самый продвинутый тиктокер? Все. Все? Да. Все классные. Ну, то, что все классные, видишь, они все говорят. Не, ну просто смотри, типа мы всегда за качество. Но мы-то знаем, что в каждом доме есть хедлайнер. Хедлайнер? Это ты. Наша ты. Вот и это правильный ответ. Как вы знаете, есть правило, как Бузова скажет, так оно и было. Итак, у нас здесь есть легендарный просто молодой человек, Тима, который сейчас встречается, сейчас выясним, с кем встречается, а до этого он встречался с Марьяной Ро, и у него отбил девушку Фейс. Да. Привет! Привет! Лё, какие красивые у себя, вы чё. Ты красотка вообще, просто нереально красота. Добро пожаловать. Привет, я был. Вас много, ой, я вас знаю. Да? Да, да, я вас вижу постоянно. Привет. Ой. Привет. Привет, очень приятно. Привет, привет. Привет, звездочки мои маленькие, привет. У вас очень круто, у вас очень крутая территория. Вместе? Ну да, уже было. Больше правда? Да. Как это мило, как это мило. Ну, я поняла, моя, а это Елена сторона. Ничего себе у вас комната. А, я все поняла. Ты главный. Ну да. Но ты типа не особо. Ну я продюсер, в смысле. Ну, типа. Ты все это. Да, да. Все замутил, все намутил. Ну я и блогер, и продюсер. Хотите иметь хорошие комнаты? Будьте просто главными, вот и все. У вас прикольная ванна. У вас отдельная ванна. У вас она отдельная. У меня сразу морская черепашка по имени Наташка. А нельзя трогать ее? Да можешь. Я боюсь. Не бойся.
Клево. Нет, 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 я все-таки. Аккуратнее, а то потом Биланы просто увозили на скорой помощи. Почему? Ну, она его очень сильно. Смотри, как меня укусила, видишь, что он такой. Да, Билан, он прям кровотечение пошло, и он на скорую помощь увезли. Нет, это хорошо. Это прикольно, что ты сейчас мне это сказал. Потому что я уже в рот полезла. Да ладно, ладно, конечно, прикол. Шутка, шутка. Она никого не кусала никогда. Ну, прости, что ты шутишь? Чипашка, чипашка. В общем, есть девочка, Ева зовут, которая сразу поняла, с кем надо встречаться. Она выбрала тут себе самого главного, Германа, который все это организовал, он как продюсер. И у нее, видите, отдельный апартамент, гардеробная, отдельная ванна. Молодец. Это типа моя комната. Нет, это он... Ты... А тебя ночью не душат, нет? Там не пытаются тебя там как-то... Нет. У Германа есть еще есть комната с Евой, а есть еще его отдельная комната. Как бы в моей комнате, в нашей комнате больше моих вещей, как бы там все розовое. Больше... Рабочая. Ну такая типа рабочая. Да. Очень рабочая, конечно. Очень рабочая. Очень рабочая. Твоя нычка, твой офис, да? Ну типа да. Ну у нас еще офис есть в Москве, но здесь такой. А ты здесь живешь в основном? Да. Все. Да. Просто ребята некоторые уезжают домой. Не, ну это я же снимаю. Типа мы с Евой как бы для себя в основном снимаем, типа дом. И просто всех заселили. Всех собрали сюда. Да. Молодцы. Ждете нас? Да. А вы нормально к Герману с Евой относитесь? Нет. Нет? Просто я зашла в их комнату, немножко так и обалдела. Так градация сразу же чувствуется, да? Так, это чьи? Мои, конечно. Что за тупой вопрос? Это чьи? Мои, конечно же. Еще спроси, чей дом, да? Ворода где? Ты здесь спишь? Ну я в 10 пока сплю. Почему ты не развешен в своей рубашке? Потому что я... Да всем похер просто. А тебе не должно быть похер. Да, надо дразнить. Тим, ты же давно с нами. Тут что мне в краску вгоняет? Конечно, вот. Конечно. Если ты хочешь, чтобы у тебя было все в жизни идеально, все должно быть четко по полочкам. О, Тим, правильно. Хотя вот теперь я тебе серьезно говорю, это знаешь, это не то, что я там пришла учить. У меня тоже бывают и вещи разбросаны. Просто я потом собираю, иногда могу посуду успеть не помыть. Но как только ты, если хочешь порядок в жизни, вообще во всех планах, в карьере, в отношениях, у тебя должен быть порядок в голове и порядок дома. Это идет из космоса, это все влияет, это все взаимосвязано. Что стоишь, давай? Я тебе потом фотографию пришлю. Да. Да. Вот. Да. Сегодня вечером. Ладно. Договорились? Да, забей. Держишь слово? Спокойно. Ты мужик? Мужик. Ты отвечаешь за голосование? Вечером. Конечно, наберется, спасибо тебе. Вечером я жду фото и еще сторис, как ты снимаешь и говоришь, как я Оле и обещал. Так нет, только ты прямо сейчас запишем. Нет, в смысле, прямо сейчас запишем. Нет, мы скажем, мы челлендж. Давай, челлендж кидаем, давай. В общем, я зашла в комнату Тима и поняла, что там вообще просто ужас. Все разбросано, и он мне пообещал, что он вечером приведет ее в идеальный порядок, а обещать значит сделать. Ты мужик? Мужик. Ты базар держишь? Базар, да, базар сегодня до 10 вечера я пришлю тебе фотографию, и ты мне ответишь, молодец. И... Да, и запишешь в сторис свой порядок. Все, давай. Все, отлично. Мы от нас решили сделать такой небольшой подарок. Открывай. Браслетик? Нет, открывай, смотри. Так, подержи. Правда? Да. Там же ничего, я боюсь, если там тараканы. Нет. Это пуки. Открывай. Доставай. Так. Подержи. О-о-о. Круто как. Это вот эта штука, да? Да. Иксо. Авторская. Офигенно. Это, короче, коллаб с одним брендом, ну, ювелирным. Офигенно вообще. Так, подожди. Супер лимитированный, типа таких штук 40, всего 30. Ой, какая крутая. А меня в другие дома будут пускать, если я буду вот так вот? Будешь говорить, что это песня вот эта вот, Android Limbo. Это очень круто, это очень клевая штука. Можешь я прям сразу надеть? Давай. Ты же мусор будешь убирать везде в своей комнате? Да, я это просто съем. Ты застегни. Украшение. Это бриллиант, я надеюсь? Ну, конечно. И белое золото, да? 100%. Ну, это, кстати, фианиты, типа...
Ну вот мне нравится, что правду говорят, потому что знала я таких, которые дарят бриллианты, а потом не, ну, проверяли там. Нет, знаешь, типа, это, ну, хорошие фианиды, типа. Очень круто. Ой, мне очень нравится. Спасибо. Кого целовать? Да, нас можно всех. Всех. О, спасибо большое. Спасибо. Кстати, сейчас кто? Кстати, Оль. А, нет, у меня потом прямой эфир, у меня потом съемка, я не могу. Ну, мокрый эфир, мокрая съемка. Нет, у меня не мокрая съемка, у меня не мокрый эфир. Но я просто, это очень клево, конечно. Вы купаетесь, да? Да, конечно, вообще горячий. Каждый день, да? Ну, не каждый день, ну, типа, да. Ну, кто-то каждый день, да. Кайф. Вот уровень. Давайте нас там не будет. Идеально! Снимем Оля, можно, потом все остальное. Можно твой? В общем, по организации вопросов нет, все готовы, все приготовили свои какие-то ролики. Герман? Да. Все. Все. Все окей. Я говорю, молодцы, все, что вы все приготовили, все заряжены. Это профессионализм. Так все должны делать, если что. Это я. У меня всегда все. Да, честно? Ты че? Вот. У тебя же дофига дел. У меня больше, чем дофига. Но у меня все четко, у меня есть план всегда. А где план пишешь? Заметку. В общей заметке? Да, в заметках. То, что сделано, удаляю. Что во сколько чего, от секста, все прям фото, когда чего, какие придумать, что, какие ролики, когда выставить анонсы. По плану, когда работаешь, все четко. Всегда работайте по плану. Че по плану? У нас есть. У нас есть даже новый прикол, когда есть какой-то такой день, а-ля воскресенье. Ну, когда у меня съемки только на доме 2, у нас же все-таки мы дома еще сидим, и я, вы видите, что общаюсь с ребятами, но они изолированы, у них отдельный дом. И я до них доезжаю, ну и потом еду, естественно, либо домой, либо на дом 2. И вот воскресенье а-ля такой free day, когда только лобная вечерняя, и у нас уже такая есть такой прикол в общем чате. Ну, типа, что по плану на сегодня? Когда плана нет, но все равно мы что-то придумываем. Мало половин. Я что? Я открываю мир других мужчин. Твоя девушка? Это... Нет, да, я не привет, Чана. Чтобы ты сказала правду, потому что этим миром правит не только любовь, но и правда. Это лучшее оружие. Тебе нравится, Тима? Куда это пойдет? Это я навожу ее с собой, просто чтобы мне комфортнее было. Ну, я считаю, что между девушками и мужчиной делают. И парнями всегда есть симпатия между друг другом. Даже между девушками и девушками. Поэтому да, конечно, мне нравится. Но ты ждешь от него, да, какого-то официального признания? Не, она ждет от него детей. Ладно, Оль, я принесла тебе подарочек, мама. Это тебе. О, как раз! Стоп! Стоп! Он мне тоже подарок сделал. Мы сделали. Ты тебе еще ссылочку скинешь на Алматы. У меня есть к тебе тоже одно такое небольшое предложение. Смотри, ты мне сказал, что мне ужасно в комнате, и надо убраться. Да. А как ты относишься к тому, что Чана спит до 7 вечера? Так, вы в своей разборке меня писать. Я могу с вами. То есть, подожди, ты свои мужские функции выполняешь? Ну, думаю, да. Он выполняет мужские функции? Но он дарит мне цветы. Дарит цветы. Все? Все. Мальчик мой, мужские функции. Там огромный список. Я тебе расскажу, Чан. Там не только цветы, там как бы большой список. Встречаете ли? Да, Соня знает, в смысле. Да, мы сами не знаем, они нас. Тут как бы, ну. Ты с Дау встречаешься. О, привет, кстати, Чан. Привет. Здорово. Ну, мы как бы живем вместе, так. Ну они тоже почти же живут вместе, как бы, понимаешь? Тут как бы видишь. Мне очень сильно спинку припекает. Давайте снимать, да? Все, парни, сливается. Три. До конца лица держи спрям. Open up the safe, bitches got a lot to say. Ага.
Дальше там что? Бум. Да, давай. Так, никто не выкладывает, это мой эксклюзив. Движуха, да, вообще прям. Скажи кайф. Это вообще кайф. Yes, было. Раз, два, три. Оль, ты любишь воду? Да, очень. Значит, ты уже моя на 70%. Мои слова водятся. У каждого просто героя дома есть свой имидж. Кто-то вот там, рыженька девчонка, как рыженьку зовут? Аня. Анечка, она снимает такие смешные ролики. Кто-то а-ля типа, там, типа быдло, кто-то а-ля просто милый человек. А кто-то а-ля типа он подкаты может делать. А как не снимать? Просто снимаю нас вдвоем. Без слома. Без слома. И что ты? Хорошо. Я должна знать слова? Нет, но ты будешь сейчас не ожидать. Я готов. Так. Здесь где-то магнит? Да. Почему у меня так манит к тебе? Не было магнита. Почему я да сказала? Да просто, если что, реакция была. Все, офигенно. Была реакция, офигенно. Ладно, давай. А, Оля, опять ты? Да. Ты за хлебом? Сейчас за хлебом. Черно-белый какой? И черно-белый. А что еще есть? Да больше ничего пока. Ну, я тогда в следующий раз. Да, в следующий раз. Все, хорошо, да, спасибо. Давай. Не любовь, это просто хайп. I'm leaving you tonight. CI Feel that girl pulling Nixa. Она скрывает свое лицо. И не мечом, это твое. В общем, это, пожалуй, самый большой дом, где Коля я была. Краш! Ай! Коля, узел! Это мне? Цветы? Ну, это тебе подарят. Короче, здесь такое количество людей, прям много-много-много, но все очень как-то прям масштабно. Вот везде классные ребята, правда, то есть они меня поражают своей открытостью, своей доброжелательностью, своим позитивом, но здесь прям такая, знаете, вот я вот это мое слово любим, ферма. Такая ферма. Вот. Запах фермы. Короче, здесь, как я сказала, такая чувствуется аромат фермы. И здесь вот есть одна пара, которая реально пара, и они не парятся. То есть их не надо даже шиперить, они как бы официально заявляют, что это пара. Вот она. Гера. Да. Гера и Евочка. А Тима мы так и не раскусили. Че он там? Где? А где твоя? Почему она... А, вот она. А че? Где твоя? А чего вы не вместе фоткаетесь? Ну как-то не дошел до нее. А, не дошел ее. А так обычно со своей вместе, да? Ну да. Олечка, две парочки, две парочки, две парочки. Ну, Олечки, это как бы не только две, а кто еще? Крови. Кто еще? Макс. А где хохадетка? Срочно извините, хохадетка! Она, видимо, там захохоталась и упала. А, хохадетка это рыженькая. Настройся. Он настройся так, абсолютно. А что ты ее не зовешь? А ему пофиг, видишь, он поставил. Нормально, где нормально вообще? Нас сейчас вы сфоткались без Ани. То, что у тебя красивые глаза, это не значит, что тебе можно все. У нас вообще фотка, и за твоей хохадеткой побежал другой. Может, снимает что-нибудь. Я хочу ее отдыхать. Но общая фотка-то должна быть общей. А на то она и общая. Выгоняй Макса сегодня. Аня! А Макс тебя не позвал, пока мы про себя не вспомнили. Нет, я с самого начала спросила, где хохадетка. Спросить не значит сделать.
прежде чем попрощаться и сказать, как я сильно влюбилась в ребят, мы проверим дом Иксо на знание творчества Ольги Бузовой. Итак, я пою, вы продолжаете. Твои слова водиться, страницы любви, свайп, свайп, танцуй под Бузову. И все равно под звуки поцелуй мы уснем и проснемся. Нам будет жарко. Нам будет жарко. Слушайте, хорошо, но если это угадаете, тогда это любовь. А миром правит любовь. Любовь в каждом из нас вообще. Итак, по последнему слову, все, что вы хотите передать моей стране, ой, в смысле вашей стране, родителям, родным, друзьям. Итак, погнали. Мама, я люблю тебя. Мама, я люблю тебя. Я вас всех люблю. Олечка, зайка. Давайте я. Всех любим. Я люблю всю свою семью. Вьетнам рулит! Всем позитива и креатива с Олечкой! Люблю кошечек, они мягкие. Я хочу, чтобы моя шиншилла выздоровела. Я вчера плакал под песню «Любовь за свайп». Ты идеально, дай поцелую. Нет, типа Лиза! Вы искали идеальную, вот она я. Твоя роковая ошибка! Так, что важно? Важно подписываться на мой канал вот здесь, чтобы не пропустить выпуски Ольга Бузова Лайв. Как вы видите, они стали более-менее регулярными. Если что-то еще будет прикольно, обязательно буду фиксировать для того, чтобы вы смотрели и следили за моей жизнью. Я вас очень сильно люблю. Помните, что этим миром правит только любовь.